Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван, и вы на канале Хаб ТВ. Продолжаем с вами прохождение серии Wolfenstein. Я пока не спрыгивал вниз, немножко меня сохранение откатило назад. Опа, ну что, продолжаем? Собака неожиданно появилась. Обилие всего воспоминания дается. Так, патрончики забрали. Дай-ка винтовку перезаряжу. Ну ты, блядь, молодец. Ну ты, сука, красавчик. Просто били. Как ты, блядь, так смог, а? Взял, упал в колодец какой-то. Мне сейчас выбираться отсюда. Повезло, что вообще выжил. Давай, с выкрутилки раз это. Раскручивай. Я не... А как стрелять? А, забраться, ну ладно. Лежать. Стреляет. Ну все, мы проебались. Со стелсом мы проебались. Дай-ка я выйду еще сюда к окошку. Я думаю, что мы сможем кого-нибудь здесь убить. Вот его, например. Кто? Где ты? Себе оставь свою гранату. Ха-ха. Лошок. Не на того напал. Нож забери. Так, дайте ко мне винтовку. И автомат. Вот так, чтобы оно и было. Потому что пистолет он достал, блин, мне не нравится, когда на быстром слоте стоит пистолет. Мне больше нравится с винтовки. Хорошая винтовка. Прям отлично, я бы сказал. Стреляет очень даже хорошо. Понятно, что не для близких дистанций, но... Опа. Ручная граната. Вот и все. Что-то как-то пыльно у вас тут ребята взяли, пыль не убрали. Паутина какая-то заросла. Самим не противно ходить. Спасибо, что сейчас не упал. Это я, получается, и мост сломал. У них этот мост был, а я его пролетел и проломил. Да? Да. Ох, больно же ему было. Хоть и на доске, но с такой высоты. А куда да? А, куда? Куда дальше-то? Хорошо, все взяли. Окей. Так, подожди, нам сюда не надо, что ли? Я не понял. А, блядь, вот же лестница. Не заметил. Собираем гренки. Гренки это хорошо. Они нам пригодятся. Ой, как. Ага. Не доста... Блядь, не доставай ты ебаный пистолет свой. О, вампир. А что за достижение? Короче, дали достижение вампир. Мы проделали этот путь длинный, чтобы пробраться под этой вот решеткой, да?
Прекрасно. Там мы столько сюда ползли. Сейчас снова он пистик свой достанет. Да блять. А, на другую кнопку. Угу. Ну, блин, слушай, зажали так пидорасы. Слушай, приложили меня там вообще неплохо, или выбрался? Пошли убьем этого коменданта для начала. Где-то он тут должен быть. Ух ты, сука. Так, все, подкрепление больше не будет. Теперь надо остальных зачистить. Блять. Граната. Где ж ты? Кто там гранату кидал? Что, неужели он сам себя завалил? Пошли соберем все, что достреляли. Так, короче, все, гранаты закончились. Не хочешь перепрыгивать? Оп. Я сюда за броником шел. Так, давай посмотрим. О, жизнь — это хорошо. Еще. Жизнь — это вообще замечательно. Это всегда отлично. Так, мне сюда, да? Давай немножко здесь еще осмотримся. Статья открытия музея обороны, понятно. Статью, если что, на паузе почитаешь. Я не люблю иногда вот эти статейки читать. Иногда интересно, иногда не очень. Опа. И куда это мы? Вы нашли секретную область. Хо-хо-хо. Я секретную область нашел. И что это за... Ага, золотишко. И все? О, прикольно. А типа мы бы с этой стороны не открыли бы 100%. Нас бы сюда не пустило. Все, поехали. Ничего отключить нельзя, нельзя. А, мы снова на улице. О, блять. Кто откуда? Так, давай-ка с оптику мне прикинь. А вон. Все лежит. Никого? Все, никого. Окей. Так, мы кусок ворот открыли. Остался еще один. 100% сейчас врагов набежит. Ну, мы же типа все открыли. И они такие, о, типа надо... Дверь открыта, надо пойти дать кому-нибудь пиздюлей. Бать, красавчик. Типа, это было, типа, что передохнуть, ты такой, собираешься, карабкаешься, такой, типа, блядь, устал. Дайте полежать. Вон, иду, да, я что сказал. Еще снайпер где-то работает. Гранаты в меня кидают, я сейчас... Ага, прям рядом.
Ебучий ты, блядь, говнюк. О! Ага, ворота открылись. А нам туда, типа, надо? Мы оттуда случайно не приплыли? Ну, поплыли, сплаваем. Если что, я жму, типа, быстро, быстрый бег. Но он быстрее что-то не особо плывет. Так, бронька это хорошо. Так, я забыл, как мы это пролазили-то. А, погоди, мне нужна палка большая. Нет? Да. А вот где это я ножи кидал, да? Это я кидал ножи, чтобы пробить стену. Сейчас достанет опять блядский пистолет. Не надо. Ух ты, блядь, кто это? Почему не стреляет? Вот тут. Как тебе? Хорош. Чисто в голову. Ух, блядь, что это? Я что, оружие какое-то новое поднял? Да, слушай, это чувак с дробовиком бегает. Даже в ногу убивает. Ой, хорошая винтовка. Эй, промазал. Теперь попал. Так, дробовик мы припасем немножко на будущее. Я пока все равно не буду с ним бегать, мало патронов. Хотя, по идее, вот огнетушитель-то не должен взрываться. Огнетушитель, ну зачем? Тушить огонь. Он не должен взрываться. Что это за логика странная? Взрывающийся огнетушитель. Еще бы туда бензина залили. Опа. Гранаты, отлично. Там есть секретная область, видишь? Я вижу, пойдем искать. Стопудово где-то тут будет типа какая-то ямка, как мы с тобой уже видели. А, нихуя нет. Пошли, пошли искать. Я думаю, что мы найдем что-нибудь. Может быть, не с этой стороны, типа, а вот здесь где-нибудь, нет? Ну, слушай, если... И тут еще какая-то секретная область. Блин, видишь, нам дверь-то не открывают. Я здесь с этой стороны не пройду. Бля... Если честно, я испугался, я так дернулся, когда его увидел. Так, второй рычаг открываем. А вот думаю, сейчас мне пригодится дробовик. Вот сейчас дробовик будет, ой, как кстати. Наверное, даже вот так вот сделаем. Ой, как он долго перезаряжает, пиздец. Ой, как долго он перезаряжал эти дробовики. Короче, эти дробовики у нас сейчас тупо, знаешь, один залп сделать и все, и больше они ни на что не годны. Все. Можно их сбрасывать. Блядь, граната впустую отработала. Ух ты, блядь, заныкался, а? Блядь, дробовик взял. Не хотел дробовик брать. Хотел другое взять. Винтовку хотел взять. Винтовка мощная. Я понимаю, что она однозарядная, но это чисто, знаешь, выскочил и шмальнул. Блядь. Так, эту суку выбил, чтобы она мне тут не стреляла в бочину.
Все? Все. Фу, все. На этом закончим? Закончим. Все, блядь, не на того напали, уёбки. Дай патроны соберу. Броню дай заберу. Опа, что моргает? Гранаты, отлично. У меня как раз гранаты закончились. Гранаты нам еще пригодятся. Так, тут все, никого нет, что ли? Опа. А мы ведь таки не нашли ту секретную область. Угу. Что такое? Чё экран черный стал? А, так это заставочка пошла. Ёпта, мать, всё. Пошла заставочка. Заставочка пошла. Там сейчас босс будет. Я тебе зуб даю. Вот такие огромные двери. Сейчас стопудово какой-нибудь вылезет какая-нибудь падла сильная. О, крепость Вольфенштейн. И чё, и никакого босса? Ну ладно. А вот он. Я вообще... Да, и спрячусь! Да, сука! У меня вообще прессует по-страшному. И не убежать никуда, да? Блять. Скотина ты, блядь, ебучая. Все-таки был босс. Кто, где? Давайте спрятаться. Ну, блядь, какая комната, ты посмотри. Гранат максимум. Но если что, мы вернемся потом за ними. А, дверь открыл. Все. Давай раскручиваем наши куколки. Все, пушка вышла. Не понимаю, зачем он дробовик опять взял в свои ручки. За грибучки. А тут винтовка, ну конечно. Нужен-то мне автомат. Все, все, на этом закончим. Все, я патроны все собрал. Да, гранаты. О, гранатку возьмем. Блин, да сирену кто-нибудь там вырубит или нет? Хорош. Опа. Ценная находка, целый шлем. Бляха. Откуда они еще вылезли?
Опа-на. Дай сюда, возьми. Ой, гранату кинул. Ну вот и все. Вот ХП бы мне дали. Хотя, слушай, по ХП все нормально. У нас с тобой граната под ногами взорвалась. Но это, я думаю, вообще ерунда. Что у нас тут есть интересно? Опа, бля, патроны, которых у меня максимум. Аптечку возьмем. Ага. И еще аптечка. Слушай, куда мне столько? Если мы здесь задержимся, можем поджарить жопу. А, вот, блядь, опять эти стены. А зачем тебе, блядь, пистолет здесь? Ёб твою мать. Вот эту возьми. Так, у нас их всего лишь двое. Ага, у нас тут... Слушай, мы, похоже, вот здесь находимся в самом безопасном месте. Ну, типа вот, на этой позиции. Можем прятаться там куда-нибудь. Блядь, гранату закинули, две! Блядь, сразу две гранаты закинули, а? Ошибся, что там было безопасное место. Так, видимо, я видел броню. Если что, мы ее подхватим. Пока еще живем. Так, мы как-то случайно убили одного офицера. Где второй? Вот и все. А, так он последний был. Все разобрались чисто, быстро, красиво, аккуратно. Ты видел это, да? Я такой, думаешь, там безопасное место будет, и мне сразу же две гранаты туда залетает. Так, куда тут надо? О, дай броню возьму. Дай броню. Так, сюда нам надо? Не, нельзя сюда пройти. А здесь ничего. А, наверх, типа. Да, вон люк. О, это для нас. Блин. Давай, отшиняй. Слышишь шаги? Главное не шуметь. Играем по стелсу. Блять! Сука. Я чуть не обосрал колени. Фу, вот это, блядь. О, толчок. Ничего там нет, интересно. Было прикольно, если бы там золотишко припрятали. Ну вот, ссылочки пошли. Глядел, Йорика уронил. Все, не трогай. Книга нам нужна. Зачем ты ее брал? А,
Это секретное место. Так, подожди. Там, если что, я на паузу поставь, почитай. Блин, смотри, какой шлем. Это эти морозюки ползают с такими. С пулеметом, вот этот, которого мы убивали. Пистолеты, все, максимум. Гранаты, максимум. Пидор. А ты подумал, да, что типа тут никого нету, да? Ух ты, бля, посмотри, как у них прорисовка. Бочину оторвало. Еще одно секретное место нашли. О, дневник Хельгии. А, это не секретное место, это типа нам сюда и нужно. Да, обнаружен сигнал. Два. Обнаружено два сигнала. А второй, видишь, тревогу не поднимает, 30 метров. А, второй поднял тоже. Ух, блядь. Да что за серия такая? Все шугаюсь я, да? Так, минус раз. Где-то здесь он должен быть. 6 метров. А, он где-то подо мной, скорее всего. Или надо мной. Где лестница на второй этаж? Так, это ты. А, вон он, скотина. Так, все. Бля, да что ж ты бессмертный такой, а? Я ж на тебя целую гранату извел. Что тут, все? Всех убили? Да, слушай, всех убили. Куда тут двигать? Ух, блядь. Неприятно. О, записывать. Нет, ее нельзя почитать. Ладно, пошли нормально второй этаж и смотрим. Потом вернемся нормально первое смотрим. Это что? Это нам цель. Указывающий перст. Не фартануло тебе, братан, меня встретить. О. Ну все, ломаю, прыгаем вниз, поехали. Вы нашли секретную область, не понял. Почему она секретная? Что здесь такого? Типа поспать можно? Слушай, давай поспим, Билли, а то он уже давно не спал. Что это? Ебать. Это же Wolfenstein 3D. Охуеть. Так, это что? Как это взаимодействовать? Наверное, сюда не... Можно было. Так, пойдем побегаем, посмотрим, что здесь. Вот когда-то так эта игра и выглядела. Ну, понятно, что без 3D это было как 2D, наверное, или 3D, я не помню. Не помню, как он назывался. Ну, суть в том, что вверх-вниз смотреть нельзя было, только лево-право. Пошла музычка. Музычка вообще такая зачетная. Такой мотивчик.
не надоедает, скажем так. Синяя какая-то, камень синий. Это что? Это спец какой-то этот? Нет, нет. Почему все синие, все эти стали синие медведь? Блядь, собаки! Пошел нахуй! Это, видимо, корм собачий был. Это чё, какихи? А, не, это еда. Очень было похоже на какихи. Чё-нибудь спрятали нам тут? Ой, блядь, эй, ты чё разворачиваешься? Тут технологии, блин. Я только что заметил, что у меня патронов-то не очень много осталось. У меня есть нож, есть пистолет, есть автомат. Автомат вообще еще меньше патронов. Чтоб не пришлось в рукопашку тут бежать. Дай патроны. Так дела лучше обстоят. И этот с автоматом. Да, патроны для автомата. Так, давай скушаем эту нямку. Очень, очень привлекательную на вид. Здоров. Чё, зависаешь туда? Ну, зависай. А, погоди, так эта дверь, вот я тут зашел, все, тут вышел, мы тут, значит, все посмотрели. Там мы были. Отсюда мы, по идее, пришли. Да. Я не поднял патроны. Ну, поэтому мне их было так мало, слушай, я двоих челиков оставил. Троих. Все, патроны максимум. Хорошо. Откуда мы пришли теперь здесь? Наверное, из-за этой двери я зашел, сразу шмальнул. Патроны подбирать не буду, пускай ориентир остается. Если подниму патроны, труп пропадет и ориентир пропадет. А, налево или направо? Или прямо? Не помню, как там говорилось. Пойдем сюда. А это что? Старинное серебро. Зачем оно нам? Ну давай собирать, если... Что целых два чела охраняло их. Блин, такой здоровый, а. Блин, смотри, сколько его. Все, мы можем с автоматом побегать. Уже целых 60 патронов, у нас 90. Не знаю, зачем оно нам, но оно нам надо. Так и, блядь, где еще? Оп. Нихуя себе ключ. Чуть не ушел без ключа. Не вышел бы потом, блядь. Так. Прямо мы не ходили. Пойдем напрямо.
Так, тут что? Тут, блин, смотри, сколько комнат. О, это типа рестик какой-то или что? Это дверь прямо, которая. Это мы бы зашли в рестик. Да, слушай. Патронов максимум. Вот стол стоит, а еда на полу валяется. Почему так? Я не понял. Патронов мало, берем пистик. И бочки ярко-зеленые, похоже на какие-нибудь отходы. Так, тут мы были? Я не помню, да, это рестик, были мы здесь. А вот в этих дверях, наверное, не были. Я их просто пробежал все. Да, а все три двери ведут в этот зал, так что не придется все три проверять. Что это за деревянный ящичек? А, это чей-то кабинет, стопудово. Так это секретка, что ли? То надо бочки разбить, чтобы она открылась. Или что там? О, погоди. Не, не запрыгнуть. Там еще такой длинный коридор, не весь проверен. Блин, там их много. Бляха, смотри, какая железная дверь. Пошли сейчас осмотримся и пойдем глянем, что там. Блять, ты чё? Ты чё меня не пускаешь похавать? О, с этой стороны просто обойти. Все, прилив сил, отлично. Патроны собери. Патронов максимум. Патронов вообще максимум. Че, какой-то лифт, что ли? А, так мы и прошли уровень. Слушай, мы прошли уровень. Все. Кошмар закончился. Знаешь что? У нас тут как бы и серия-то уже к концу подошла, я тут на время-то посмотрел. Давай сейчас закончим, а в следующей серии продолжим крошить нацистам головы. Спасибо, что досмотрел до конца, я надеюсь, тебе было очень интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Все, счастливо, пока и до свидания.